Так, ну, хочу сказать, что в этом году в Санкт-Петербурге законодательное собрание должно избираться по плану, если ничего не изменится. Ну и, соответственно, Государственная Дума будет следующего созыва избираться. Так вот вам пару строк из предвыборной программы Всероссийской политической партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы, ФС, РФ, 7-го созыва. Слышим людей, сможем сделать. Дальше. Да, ну вот смотри, мы помним, в каком непростом положении общественного раскола, олигархической приватизации, не только экономики, но и институтов государства находилась Россия 15-20 лет назад. После шоковых реформ начала 1990-х годов страна уже еще раз получил тяжелейший удар дефолта 1998 года. Неизбежным следствием это стало ухудшение качества жизни людей, демографический кризис, рост коррупции, преступности, пренебрежение к закону и крайне низкий уровень взаимного доверия в обществе. Поэтому нам пришлось вытаскивать страну из полномасштабного кризиса. Нужно было возрождать сильную государственность, укреплять суверенитет, бороться с бедностью и создавать мощную современную экономику. Для реализации этого стратегического курса президентом России В.В. Путиным и была создана партия «Единая Россия». Да, ну я думаю, что ссылку я прикрепляю, соответственно, читать программу можете сами. Но, как у нас любят смотреть издалека, смотрим по собственным карманам, по собственным кошелькам, кухням, холодильникам, дворам из 2021 года. Помним, про какую законность у нас была с поправками в Конституцию, помним, как позаботились о бедности, как создали мощную экономику, ну и, соответственно, что было к этому сделано. Помним о том режиме самоизоляции, какой-то повышенной готовности, к чему я так и не понял. Ну, соответственно, всем диванным экспертам и тем, кто там с удовольствием за все это голосует, да, ну, соответственно, просто читайте, наслаждайтесь и, в принципе, голосуйте дальше за тех, кто будет вас. Даже не так. Помним о том, что очень много людей перестало находиться в этой партии, но поменяли ли они свой окрас, находясь или не находясь в этой партии, ну, соответственно, смотрим, любуем, наслаждаемся и думаем. Поэтому помним о том, что в этом году выборы. И все так же нужны наблюдатели, нужны активные люди и так далее и тому подобное. Ну и помним о том, что на пеньках уже поголосовали вы. И про трехдневные голосования. Все?